Ну, наши зайцы, просто что говорят, горловку сдали, горловку, нет, все, укроп и так. Давайте я сразу скажу, чтобы все поняли раз и навсегда. Дальше отступать никто уже не будет. А назад будут забирать. Идти только вперед. Вот вас по телевизору смотрим, слушаем. Хотим услышать теплые слова. А насчет нашего говорю. Зайцева, насчет нашей жёлобки. Я говорю вам. А вы вот это сейчас будет? Вот воочию нам скажите. Я вам говорю воочию. Слова. Просто ходят такие слухи, что вроде бы по каким-то там военным задачам будем оставлять зайцев. Ложь. Вот. А вот я и Зайцева никто никуда не уйдет. Спасибо. Нам от вас нужна была эта информация. Никто никуда не уйдет. Горловку сдавать тоже никто не будет. Донецк сдавать никто не будет. Этого не произойдет.